Накатили нам обнову, трати денежки свои. Да пошел, разраб ты нахер, деньги эти не твои. Всем привет, с вами Пиздец. Игра Crossout, и у нас завтра будет событие «Дорога Ворона». Я подготовил обновление программы кроссовок, которая считает все цены как раз под это событие. Скачать его можно уже сейчас и уже сейчас контролировать цены, которые начнут завтра прыгать и на этом заработать. Я выделил все новое оружие, которое будет доступно на этом станке. И один модуль. Это, на мой взгляд, самое важное, что нас ждет в будущем обновление, которое вот-вот уже накатят разработчики. Оружие дробовик Мироед. Редкость особая. Для производства нам понадобится 250 единиц металлолома, 100 проводов, 100 меди, 50 пластика, 225 нафармить нужно будет тайлеров, один дробовик очаг и одна шина баллон. Дробовик Аратрон. Уникальная особенность: снаряд разрывается через несколько метров и становится дробью, увеличивая эффективную дальность поражения. Редкость эпическая. Для производства необходимо 550 металлолома, 200 проводов, 500 меди, 100 пластика, 300 тайлеров, 1 самопал, 1 колесо броневика поворотное и 1 колесо двойное. Арбалет Иглобрюх — это то, что я жду в этом обновлении, то, что я точно буду крафтить. Редкость легендарная, уникальная особенность: если первый болт поразил цель, импульс от попадания второго значительно увеличивается. Для производства необходимо 1350 лома, 800 электроники, 1350 меди, 800 аккумуляторов, 500 тайлеров, 2 арбалета Феникс, 2 радара Чуткий и 1 дробовик-разрыватель. К сожалению, за время события можно произвести 2 таких арбалета, а жрут они по 4 единицы энергии. То есть на боевой крафт можно установить вполне неплохо и сносно аж целых 3 арбалета. И еще останется энергия под двигатель и под инвиз, либо под эгиду. Аппаратура. Усилитель плазменных излучателей, блок питания. Редкость эпическая. Уменьшает время зарядки плазменных излучателей на 26%, либо увеличивает скорость снаряда на 30%, максимальную и оптимальную дальность на 20%. Очень неплохой блок питания для геликов и прочие шушеры. А производство: 550 металлолома, 200 проводов, 500 меди, 100 пластика, 300 нужно будет нафармить тайлеров, 1 плазменный излучатель синтез, 1 двигатель работяга и 1 колесо двойное поворотное. Все остальное не представляет особого внимания, поэтому я не вносил для того, чтобы не тратить на это время. Ссылка на кроссовок будет, естественно, в описании под этим видео. Кроссовок 007. Открываем программу, и мы видим, новая вкладочка появилась — ивент. Я оставил вкладочку резерв, ну, на всякий случай, мало ли что-нибудь еще интересное будет. И вот он, станок воронов, который нас интересует. Нажми кнопку справа. Ну, это для особо одаренных, чтобы мне не писали вопросы в личку и в комментариях. Есть такие люди. Значит, нажимаем вот эту кнопочку справа. Обновить стоимость крафта. Немножечко ждем, пока все просчитается, и смотрим. Дробовик Мироед. Стоимость крафта на данный момент, а видео я снимаю 10.05 в 9 часов вечера, ну уже 10. Стоимость крафта составляет 83,82 монеты. Это значит, если я закуплю все ресурсы и скрафчу дробовик Мироед, то я потрачу на это 83, ну практически 84 монеты. Соответственно, минимальная цена продажи с учетом комиссии рынка. Комиссия рынка съедает, напомню вам, 10% стоимости. Соответственно, продавать мы для того, чтобы хотя бы в ноль выйти, должны за 93.13. То есть для того, чтобы заработать, надо выше вот этой суммы продавать на рынке. Погнали дальше. Дробовик Аратрон. Стоимость крафта 303 монеты. Минимальная цена продажи, которую нам нужно выставить, 337 монет. Арбалет Иглобрюх — это то, что я жду. Стоимость крафта 2543 монеты.
Соответственно, минимум, за что мы должны его продавать для того, чтобы выйти в ноль, это 2826. Но я думаю, 1005 он будет стоить изначально на рынке на старте. Главное накопить 500 талеров и успеть его продать, ну либо оставить себе. Усилитель плазменных излучателей, блок питания. Стоимость крафта 310 монет. Минимальная цена продажи 344 монеты. Ниже этой стоимости не стоит его продавать, это будет в минус. Вот такое вот маленькое обновление кроссовка. Ссылка на программу в описании под этим видео. Скачивай, пока не поздно, и зарабатывай на завтрашнем ивенте. Но я не сомневаюсь, что ты уже подписался на канал и лайк поставил. Поэтому я на этом прощаюсь. Всем удачи, огромных заработков, пустоши. Пока-пока.